смешно, тебе будет, может быть, чуточку грустно. Но случилось так, как случилось. Кое-кто это получает чуточку раньше, но мы по этому поводу плакать не будем. Я уже маме сказала вчера детям такую вещь, и я сегодня детям на доступном языке, чтобы они поняли. Но вам я скажу, вам в доступном языке, что несколько дней тому назад я сделала сама себе в мозгах операции. Я просто порезала пуповину от тех детей, от которых нужно мне было прорезать эту пуповину, потому что нельзя и невозможно держать при себе того, кто хочет уйти. По какой-то причине дети все равно уйдут от нас. Уйдут от меня, уйдут от вас. Своей собственной жизни. И вот поэтому, кроме того, что я сохранила, Ариана, твои рисунки от Kindergarten, твои письма, Итан, что ты сделаешь, когда у тебя будет миллион, твои письма, Джеймс, зачем ты, ответ, зачем ты ходишь в школу, и вот это все, плюс еще, это сюрприз. А те детей, которые сейчас смотрят в твои глаза, это так называемые письма дня, когда именно вот такая погода, когда хочется сидеть дома, когда идет дождь, вот эти дождевые письма, и эти дождевые письма вы каждый получили от тех детей, которые тебе говорят благодарность за то, что ты был в их жизни. Поэтому, когда тебе будет очень-очень плохо, открывай эту мапочку, посмотри сам себе в глаза, каким ты был. Кое-кто найдет все 6 фотографий, да, может так поставить, да, как таймлайн. Кое-кто найдет.